it was apparent from the beginning. The lawlessness in the prisons was out of control. It still is in Bulgarian prisons. There's no oversight. There's no transparency. No guards have ever been prosecuted for torturing prisoners. Never. You know, we know prisoners who have been tortured. We know about these cases, but they're not even you know, they're not even fired. They're not even, absolutely nothing is done to stop prison staff from torturing. I mean, you look at the statistics, and it's like England has this many guards who have been fired and convicted for torturing prisoners, Germany and whatever in America. And you look at Bulgaria, it's zero. So like the argument, which of course is ridiculous, is the Bulgarian prisons are the only prisons in the world where there is no guard on prisoner violence, you know? Я поняла о том, что нарушаются мои права. Наверное, вот как меня только задержали, вот как только задержали, мне уже стало понятно, что все работает не совсем так. Ну, так как шоковое состояние, и все не так абсолютно в этот момент. Это где-то записывалось на полях, скажем так. Вот фиксация этого всего, она шла сразу. В Мордовии было гораздо хуже. Несмотря на то, что там проверяющие достаточно часто были, и там система посещений ШИЗО, практически каждую неделю из управления приезжают какие-то проверки. Но от этого толку нет никакого. На моем веку ни одного уголовного дела какого-то в отношении сотрудников там именно по этому поводу, если общий взять, да, за нарушение права осужденного там на что-то или применение физической силы, не было. Какие-то другие были? La logique de l'état de droit bien souvent n'impactait pas le milieu carcéral et qu'il y avait d'autres logiques, que la culture d'entreprise, si on peut dire, de l'administration pénitentiaire était vouée sur quelque chose qui était hors du champ du droit, hors du champ de l'état de droit. C'est vrai que dans les années 80-90, il y avait vraiment l'impression dans les prisons françaises que nous étions dans un étouffoir dans lequel il y avait deux parties de l'humanité qui étaient face à face. La partie en uniforme porteur de la légalité qui était l'administration pénitentiaire et les autres, ce qui était, j'allais presque dire, hors du champ de la société, qui étaient les personnes détenues et leurs familles. Что такое произвол в тюрьмах? Администрация, зная, что она не будет отвечать за свои преступления или правонарушения перед обществом, перед государством, входит в раж, назовем это так, и творит вот этот вот произвол по отношению к беззащитным людям, которые по факту прибыли в учреждение для отбытия уголовного наказания. Но администрация, как я уже ранее говорил, считает, что это их частная собственность, и они могут с ними делать все, что угодно. Если бы, в том числе, убивать их, насиловать, избивать, вымогать денежные средства, заставлять бесплатно работать от подъема до отбоя, в общем, творить все, что им, так сказать, нравится. Если бы надзорные органы в лице прокуратуры или ОНК полностью выполняли свои цели и задачи, которые установлены их федеральными законами, прокуратура – это федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации, а ОНК – это федеральный закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, тогда мы бы не получали таких видеокадров ужасных, как, например, ярославские события, или как вот у нас в Екатеринбурге ИК-2, когда осужденные пытали и насиловали других осужденных и снимали это на видеокамеру для того, чтобы потом отчитаться перед, так сказать, заказчиками. А без своей безнаказанности эти люди в погонах начинают звереть, и в итоге они уже сами начинают убивать заключенных, потому что они считают, что их за это им ничего не будет. Как вот произошло в ИК-46, город Невьянск, Свердловской области, где начальник, его заместитель, лично убил заключенного,
который отказывался заниматься вот этими грязными делами, пытать и насиловать заключенных. Ни для кого не секрет, что в большинстве случаев сотрудники сами не занимаются вот этими вот грязными делами, пытать, насиловать, избивать заключенных. Они это получают отдельным осужденным, которые негласно выполняют вот их приказы, какие-то другие распоряжения с целью принудить или заставить заключенного признаться в преступлении, заплатить деньги, выполнить какую-то работу, в том числе и незаконную. Мне немного повезло тем, что я юрист, и уже в свой первый, скажем, срок я имела некоторый опыт по правозащите. Ну, это, наверное, была тогда не правозащитная еще деятельность, но это обычная юридическая практика. И представление, конечно, о системе у меня было немного идеализированное, как, наверное, у многих выпускников, тех, кто проходил академическое обучение в обычном там, да, вузе. Вот, много каких-то идеализированных картинок. И вот, собственно, с таким багажом, уже имеющимся багажом, я попала вот в места лишения свободы впервые. Это мне стало помогать буквально с первой же секунды. Как только у меня появилась возможность, я попала в относительно спокойное место, ну, то есть уже в СИЗО, когда все-таки была выбрана мера пресечения в виде ареста. Как только я там оказалась, я сразу попросила кодексы с последними изменениями. И в первый же час я начала писать жалобы на арест, который я считала незаконным. Вот. И, пожалуй, это на протяжении всех моих лет в местах лишения свободы, это то, что давало мне надежду. Надежду на скорейшее освобождение – это одно. Это давало ту силу и позволяло мне сохранять мое человеческое достоинство. Я очень важно осознавать, что я не мирюсь с системой. Да, я, возможно, не могу ее изменить прямо здесь и сейчас, но очень важно понимать каждую секунду своего времени там, что я предпринимаю все от себя зависящее в рамках закона. Все, что я могу делать как человек, все, что я могу делать как, ну, пусть профессионал, я должна делать, чтобы сохранить вот это достоинство, потому что любой срок кончается, нужно продолжать жить дальше. И если вот это главное утеряно там, то реабилитироваться и социализироваться здесь будет практически невозможно. Так что да, право – это то, что сохранило мне жизнь. Борьба за право, право как инструмент, право как цель – Это главенствующую роль сыграло. Et j'ai vite remarqué que l'arme absolue en détention pour faire valoir ses droits, pour être respecté, c'était la connaissance du droit. Donc j'ai passé des examens pour obtenir une licence de droit. Je me suis convaincu et que j'ai trouvé pertinent le fait de guerroyer sur le champ du droit. Alors je le dis. Ça m'a été possible du fait que je n'étais pas un détenu lambda, hein, je rappelle, j'étais prisonnier politique, j'avais un fort soutien de l'extérieur et extrêmement pluriel. Et donc, ça m'a permis d'avancer sur le champ du combat de ce que Alois Kuhn appelait la guérilla juridique, parce que j'avais, entre guillemets, cette protection. J'ai connu quelques détenus lambda qui s'y sont essayés et qui s'y sont ramassés, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils étaient seuls, ce qu'on appelle, entre guillemets, des orphelins en prison, hein, des gens qui n'ont pas de soutien extérieur et pour lesquels, eh bien, ce sont des proies faciles pour l'administration pénitentiaire. Pour les personnes détenues, jusqu'aux années 90, au début des années 90, quand je parlais à des co-détenus de la force du droit, on me riait au nez. Au mieux, on me riait au nez parce qu'on me disait, mais le droit,
il est fait par eux et pour eux. Et c'est au nom du droit qu'on nous casse nos vies, qu'on nous déstructure, qu'on nous désocialise. Donc il y avait un divorce total, que je comprenais, hein, évidemment, entre l'instrument du droit et la collectivité des personnes détenues qui voyaient leur vie amputée de l'essence principale de par des décisions de justice. Depuis, on a vu qu'effectivement, il y avait un intérêt énorme, grandissant, à user de l'outil droit pour faire valoir nos droits, mais aussi, et encore plus important, à défendre notre dignité individuelle et collective. A lot of the staff are extremely illiterate as well themselves, especially the guards. So just having them have to write explanations. So they have to write one explanation. They don't have computers either. The staff in Bulgarian prisons don't have computers. So they're all, everything is by hand. So when the ombudsman comes and says, we want an explanation of what happened, the report is written by hand. Then the prosecutor comes and the report is written by hand. Then the police come and the report is written by hand. And then the Bulgarian Helsinki committee come and the report is written by hand. So this constant making them work, it's kind of like a detention for school students. So when you do something wrong at school, the way it was explained to me was you're wasting my time, so now I'm going to waste your time. So this is something like what basically the most effective way that we've had so far, because if the state doesn't want to implement their own laws, like we can't make them do it. We can't arrest guards, we can't indict guards, and we can't put them on trial, and we can't put them in prison. So of course laws and the criminal code is one of the most effective ways of preventing crimes. That's why we have them in to begin with. So we've understood very fast that we need to go and we need to appeal to anybody except the director of the prison. Anybody except the director of the prison, we had to try to approach them and see if there was a way for somebody outside of the prison, directly of the prison, that we could appeal to. So whenever there was, and this tactic actually worked much better than by trying to come to some type of understanding or compromise with the prison administration, because it meant that they were unprepared. It meant that they were used to torturing prisoners, beating prisoners. They were used to making some crime and then no one reporting it, everybody being quiet, the victims shutting up and be too afraid to report it. And generally those victims were too afraid because also they were alone. They didn't have lawyers, they didn't have money. A lot of them are illiterate. L'élément le plus important de mes années de présidence à l'OIP, ça a été les états généraux de la condition pénitentiaire. C'était une première mondiale, première fois que l'on donnait la libre expression individuelle à tous les acteurs du monde carcéral et pénal. C'était formidable. Des milliers de personnes détenues qui se sont exprimées librement, individuellement. Et le constat qu'on a eu, eh bien, c'est que sur les constats sur la détention, eh bien, ils étaient majoritairement partagés pas par simplement les prisonniers, mais aussi les personnels de l'administration pénitentiaire qui ont eu le courage et la volonté de s'exprimer au travers des états généraux de conditions pénitentiaires. Et aussi beaucoup, beaucoup d'autres acteurs associatifs et autres qui ont fait pratiquement tous le même constat. Et quand il a fallu évoquer les questions ouvertes sur quelles sont les clés du changement, là aussi, force est de reconnaître qu'il y avait beaucoup de membres de l'administration pénitentiaire qui se rejoignaient sur les avis avancés par les personnes détenues qui s'exprimaient dans ces états généraux de la condition pénitentiaire. Je veux dire par là que on a consacré au travers des états généraux ce qui était le constat partagé par le plus grand nombre des acteurs de ce monde-là. C'était plus les politiques qui parlaient, c'était plus simplement des syndicats, c'était les gens qui vivaient au quotidien, travaillaient, qui vivaient de façon imposée ou pas la réalité carcérale, qui partageaient peu ou prou les mêmes constats sur la prison. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, on ne peut pas dire On ne savait pas. On sait aujourd'hui, parce que ça a été dit clairement, ça a été une démonstration de force, j'allais dire, de ce visage laid de la prison en France.
Et les Français et le corps politique en premier, on leur a mis en face le vrai visage de la prison, ce visage hideux de la prison de la République française. Après, pour ce qui est de la détention et du fait que un des piliers de l'existence du système carcéral tient à l'ultra-individualisation et la lutte extrême contre toute notion de collectif. Il faut rappeler encore aujourd'hui que signer au bas d'un papier une pétition à deux personnes vous soumet à une sanction. Je ne demande pas 10 ou 20 détenus. 2, c'est déjà un acte collectif répréhensible. Hein, une simple signature avec une revendication. Nous sommes aujourd'hui en 2020 encore dans cette logique-là. In 2012, we registered Bulgarian Prisoners Association, which is comprised of current and former prisoners only. There are no one else are members or are controlling, managing part of the organization other than people who've been in prison. We've been learning how we went step by step as problems arose. Then we found solutions to those problems and we worked out what to do in the moment. We didn't really have kind of any end goal perceived in the beginning, you know. Straight from the very beginning, the idea was to register the association legally so that we would have this recognition from the state, even if not from the prison. And by doing this, this would also not only legitimize us in the eyes of the state, but legitimize us in the eyes of also prisoners. And at the same time, it would also mean that, like, really, we just had to be so completely, I don't mean the word above the law, like that we're not following the law, but like so clean and everything was completely by the law. I mean, even to this day, everything that we're doing is absolutely step by step by the law. So there's just absolutely no possibility that that the prison administration or that the fascists who are now in government, they can find a way to stop us or find an excuse to punish us. And then what happened with the association? People started saying, hey, you can talk with Jock, because I was the only known member of the association. So all the other members were not publicly known to the prison administration or to the other prisoners. So basically there was like a network, and that's basically how we were and are operating. It's more like a network of information. So a prisoner would come to me and say, hey, there's a prisoner who was tortured in this wing across the other end of the prison, and he has asked you for help. And I said, okay, ask him if he wants a lawyer or not. And when he would we'd ping pong the message back, I would say, go and ask him if he wants a lawyer, give me his three names and the association, Prisoners Association, we can contract a lawyer to come and give him, to just meet with him, to give him legal advice. Everybody I know who's an activist has been a victim of reprisals because of their activism. It's well known. And the difference, I think, between me and some other people is that I went in it for the long game plan. So when I went into prison, I knew I was going to be in prison for a long time. The prosecutor was asking for a life without parole sentence for me. So there was a big possibility that I would even die in prison. So I thought, well, look, I'm going to be here for a long time. So I might as well play the long-term game. And I'm going to, basically, it's going to be a war of attrition. And we're going to see who quits first. And we're going to see who's more stubborn. And as it turned out, I was more stubborn. So no matter what punishment they did, again and again and again, they stopped me from my university work twice. I was beaten. I was harassed. I didn't have work for 8 years. And work in prison is not only just an activity for your mind to be preoccupied with. It's not only to have a little bit of money, but it's also in Bulgaria, 2 days of work is considered 3 days freedom. Конечно, моя деятельность не поощрялась, но если говорить о моей оренбургской истории, да, находясь здесь, все-таки, может быть, вот эта
система землячества, что ли, либо я слишком долго и слишком часто там была. Но в итоге нам как-то удалось договориться. Это неофициальные договоренности, конечно же, были, но какие-то негласные, да, были договоренности о том, что по уголовным делам я людям помогаю, мне не препятствуют сотрудники. Более того, под конец моего второго срока стало даже, скажем, возможным выходить, писать заявление к психологу или к воспитателю там, да, и передавать документы мне официальным путем, то есть не только нелегальным, ну, дорогами, скажем, арестантскими, да, но и легально. Ну, пусть это были единичные случаи, и, скажем, там, у тех, кто мог себе такие вещи через администрацию позволить. Вот. Но документы иногда даже легально поступали. Совсем официально мне это разрешить, конечно, никто не мог, поэтому периодически, когда мы попадались во время обысков, ну, это не спрячешь, у меня стопки уголовных дел других людей, это, ну, понятно, чем я занимаюсь. Ну и, скажем так, в зависимости от настроения, иногда можно было за это ну, попасть в карцер. Вот, иногда можно было не попасть, вот как настроение у смены. Но негласная договоренность была такая, чтобы моей руки, у меня очень узнаваемый почерк, вот, и договоренность была такая, моей руки на жалобах на администрацию никто не видит. Пока никто не видит моей руки на жалобах на администрацию, то есть как я там делаю, устно я консультирую людей, еще как-то, пожалуйста. Вот, а все жалобы по уголовным делам, заявления и ходатайства выпускают без проблем. То есть, ну, и, в принципе, это работало. Худо или бедно, ну, наверное, это максимум, что, на что можно было рассчитывать в таких условиях. Когда я попала в Мордовию, ну, конечно же, нет, и я никакого одобрения не было даже близко, и буквально через 3 недели моего пребывания в лагере я уже была, то есть мне уже поставили склонность к нападению на администрацию, к совершению побега и дезорганизацию. То есть все полосы профучета у меня были. Но, скажем, это не мешало мне заниматься все равно тем, чем я занималась. Я периодически попадала в ШИЗО. Ну, единственное, что в ШИЗО я не писала ничего. Выходя из ШИЗО, я продолжала это делать. Через какое-то время администрация надоела, скажем, меня плюнули, вот, и активизировались только тогда, когда мы писали отказ, обжаловали отказ в УДО, так как это попадало непосредственно администрации, но один раз в ШИЗО, и, собственно, все, как бы, на этом уже все способы были исчерпаны, такая стала такая рутина. Я уже знаю, что мне за это будет, я спокойно уже туда собираюсь, скажем так. Наша организация данной проблемой занимается уже на протяжении многих лет. Я был членом УНК первого созыва, который был впервые введен на основании федерального закона об общественном контроле в 2009 году. Успел я поработать всего 3 месяца. В этой комиссии, после чего меня арестовали и впоследствии осудили за преступление, которое я не совершал. Ну вот, несколько осужденных, отбывая наказание в различных учреждениях Свердловской области, вспомнили в кавычках, что я совершал с ними какие-то преступления. Наша организация очень часто сталкивается с проблемами, которые искусственно создают представители исправительных учреждений для недопуска нас в учреждения на встречу с осужденными. Мы понимаем, для чего это делается и с чем это связано, потому что администрация не хочет, чтобы негативная информация о нарушении прав человека вытекала за пределы колонии. Администрация не хочет отвечать за свои преступные, в том числе, действия по отношению к осужденным. Like I said, no guards have been fired or convicted for torturing prisoners, but just the act of the inspection of the check
from the prosecutor's office, from police, from the ministry, from the ombudsman's office, from the NGO Bulgarian Helsinki Committee, from the CPT, finally, you know, eventually when it comes to Bulgaria. All of these investigations are so much that it completely stops the prison administration for working for maybe over a week. For a week, all the staff are just jumping around and they're all very afraid. Is somebody going to be blamed for this? One of them. Is somebody going to get caught for falsifying documents? So it's so although we haven't been able to get any convictions, of course, because prosecutors can make indictments. A massive victory and a massive tactic for us was just to bring these inspections, and they would be basically bogged down in the paperwork of having to explain why there was no report, who was responsible for, who was the guard on duty, who were the other guards, right? All the names, the three names of the guards, their national ID, all the different ranks and levels. And all of this has to be written out and explained to everybody and blah, blah, blah. And this was itself very effective in stopping the violence in prisons. Я хочу обратить внимание, бывает, что проходит года для того, чтобы восстановить нарушенное право осужденного. Мы можем годами судиться, мы можем иметь бесконечные судебные постановления, признающие незаконность действий отдельных сотрудников учреждения, но сотрудники учреждения, которые нарушали закон, они не подвергаются никакой ответственности. Они просто безответственны в своих деяниях. И некоторые сотрудники нам даже говорили, что пока вы судитесь, время для привлечения меня к дисциплинарной ответственности проходит, а там, говорит, хоть трава не расти. И у нас вот в отношении одного сотрудника было 4 судебных решения. Он 4 раза нарушал закон, но в итоге ему ничего за это не было, и он продолжал нести службу, так сказать, на благо государства. La prison aujourd'hui. Ce que je mesure, c'est qu'elle est uniquement regardée d'un point de vue hôtelier et qu'on ne mesure pas justement la dimension historique de cette institution qui est toujours prégnante et qui est toujours aussi destructrice vis-à-vis des deux populations cohabitant de façon obligée, le personnel surveillant et les personnes détenues. Le poison de la détention, c'est le temps passé. C'est le temps qui passe et les conditions dans lesquelles tu passes ce temps-là. Et nos concitoyens, comme j'allais dire beaucoup, beaucoup de techniciens qui s'occupent de la chose carcérale, ne voient la prison que comme un objet d'hôtellerie, alors que le problème est bien ailleurs. Moi, je visite encore les établissements pénitentiaires, j'étais encore récemment à la maison centrale des hommes de Rennes, j'ai vu un établissement effectivement propre, avec des couleurs presque chatoyantes des murs, j'ai vu des douches dans les cellules, j'ai vu des choses qui pourraient laisser facilement dire « Ah, mais c'est plus la prison d'hier, c'est plus la prison d'hier ». Sauf que quand on s'intéresse à l'humanité que l'on met là-dedans. Et quand je dis l'humanité, je ne parle pas que des personnes détenues. Je parle aussi du personnel surveillant, hein, de leurs tâches au quotidien, de leurs missions. Et là, je vois que les choses n'évoluent pas ou de façon extrêmement minime. Je vois toujours les mêmes personnes rentrer en détention, c'est-à-dire les plus pauvres de notre société, des gens qui sont totalement coupés déjà bien souvent de leur milieu familial et encore plus évidemment de la société de façon générale. Je vois des gens qui sont de plus en plus faibles, y compris d'un point de vue sanitaire, face à une machine de plus en plus puissante, de plus en plus forte, j'ai presque envie de dire de plus en plus féroce. Donc on est aujourd'hui dans une réalité carcérale où on voit une population de plus en plus fragile, et un outil de plus en plus puissant. Et cette réalité, ce choc au quotidien, fait qu'on se trouve face à une population qui sort de là
exténués. En 2001, lorsque nous marquions les 20 ans de l'abolition de la peine de mort, j'étais à la maison centrale d'Arles et nous avions mené une opération coup de poing. On avait fait une conférence de presse clandestine, trois personnes détenues en cagoule, et nous avions passé à la presse française ce document où nous avions une plateforme de revendication en tant que représentants des longues peines en France. Et aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement 20 ans après ce document, l'apparition de ce document, il n'y a pas une ligne à changer. Il n'y a pas une ligne à changer. Les conditions des longues peines n'ont pas évolué. Ces gens-là sont des gens sacrifiés. Ce sont des gens qui sont sacrifiés sur l'autel de la presse, d'une politique ultra-répressive, ultra-populiste qui est menée dans ce pays par les partis, tous partis confondus à ce jour. Et donc, nous avons affaire à une partie de la population carcérale dont on ne parle jamais,